Я всех приветствую. Я продолжаю проходить одиночные миссии. Во-первых, Flashpoint Cold War Crisis. Следующая в очереди у нас миссия Одинокий Волк. Похожая на прошлую. Так. Нам нужно будет подорвать танки. Ничего сложного, в общем-то, так же. Только здесь не нужно будет убивать никого. Так, сейчас мы пойдем в одно место. Так, некоторый такой секретик есть в этой миссии. Значит, идем вот так вот. Да? Идем, значит, и здесь у нас есть такая вот дырочка. Где-то патрульные есть, но здесь кусты. Кусты нас спасают. Здесь где-то еще охранники есть. Вот они. Идут. Просто за танком спрячемся, если что. Можем сесть. В принципе, и расстрелять их всех. Это будет вообще неожиданно. Но делать я этого, конечно же, не буду. Ставим пластины. Охранники идут, смотрим. Аккуратненько. Так, аккуратно, аккуратно. Так, этот сейчас пройдет. Ставим бомбочку. Но какая-то машина приехала, но меня это не интересует в данный момент. Ты меня не видел. Я тебя не видел. Не забываем то, что мы еще типа невидимые должны быть. Мы же диверсанты черным. Черные в черном. Но здесь на удачу. Смотрим. А здесь кусты, вот в кустиках. В кустиках аккуратненько выходим. Потом сюда. Все аккуратно, под прикрытием. И опять кустики. Деревце, кустик. Максимально скрываемся, и здесь уже можно бежать. Если у вас есть терпение, можете поползать, в принципе, мне как-то неохота. Все. Посмотрим на взрыв также. Это будет красиво. Подходите, подходите. На тебе. Все. Вот так вот. Тревога, тревога. Конечно, хотелось бы за советскую сторону сыграть, но что есть. Миссия завершена. Я вышел за пределы района. Не понимаю, о чем-то они говорят.
Может, я схожу с ума? Вот и все. Отличная работа, уничтожили.